никогда не ждал справедливости и до сих пор не жду, потому что мы на примере других наших бойцов, Анкалаева, там, Петра, Яна, видели отношение к нам всегда, так что главное, я поехал 13 тысяч километров, победил их на чемпиона, там мне подняли руку и с поднятой головой, уверенный с поясом, приехал домой. Считаешь ли ты, что это в целом из-за отношения к стране? Может быть, это я не знаю, я в эти игры их не вылезаю, но по-другому сказать уже я не берусь, потому что если они еще сохранятся, не будет там до конца изменения, я точно не знаю, это были до конца измененные рейтинги или нет. Но если так это останется, как по-другому считать, я не знаю.